Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Бабич, и речь сегодня пойдет о комплексе, который называется «Свобода движения». Что входит в этот комплекс? Я вам сегодня немножечко расскажу, а более подробную информацию оставлю ссылку в описании. Обязательно посмотрите более подробную информацию. Это продукция компании Forever Living Products. И благодаря нашим украинским докторам были созданы специальные наборы для восстановления нашего здоровья. И речь сегодня пойдет об опорно-двигательном аппарате. Так что же сюда входит? Сюда входит одна банка сока. Это чистый фреш, гель алоэ вера. Здесь минералы, витамины, аминокислоты. 4 банки сока тоже это чистый фреш, гель алоэ вера, только с добавлением хондроитина, глюкозамина, серы МСМ. Натурмин, здесь все минералы, омега-3, омега-9, кальций, гиалуроновая кислота, а также 2 крема, это хит, крем-хит и гель серы МСМ. Это обезболивающие 2 крема, которые успокаивает воспалившиеся части суставов. Как действует гель алоэ вера с добавлением хондроитина глюкозамина? Он справляется с такими проблемами, как артрит, артроз, протрузии, межпозвоночные грыжи, а также другие проблемы, которые связаны с суставами и мышцами. Натурмин. Для чего важен натурмин? Минералы нужны для правильного состава жидкости человека, тела человека, производства крови в костной ткани, а также для поддержания правильной работы нервной системы. Что же сюда входит? Сюда входит цинк, железо, медь, марганец, хром, селен, йод, кальций, магний, натрий, калий и фосфор. Омега-3, омега-9 очень важна для того, чтобы наши сосуды находились в чистоте. Она хорошо чистит наши сосуды. Благодаря чистым сосудам все правильные, нужные витамины, минералы, аминокислоты, все то, что необходимо для нашего здоровья, оно доходит до правильного пункта назначения. Кальций. Какую роль играет? Очень важную роль играет кальций в нашем организме. Если взять массу тела человека, то 2% с этой массы находится в нашем организме именно кальций. Из этих 2% 99% находится в твердой костной ткани, это наши кости, зубы, а 1% из этих 99% именно находится в крови. И когда мы недополучаем кальция, то начинают разрушаться наша костная ткань, начинает разрушаться именно суставы, мягкие ткани, костные ткани. Также играет очень важную роль гиалуроновая кислота. Для чего она нужна? Гиалурон играет важную роль в восстановлении суставов, связок, для того, чтобы правильно функционировал опорно-двигательный аппарат. Я хочу вам сказать, что я уже брала себе 2 таких набора. Почему 2? Потому что после первой я увидела результаты. Результаты получила очень хорошие. Я уже говорила, что я работаю парикмахером. Это профессиональная, скажем так, спинная болезнь. Очень болела спина, у меня протрузии были. То после первого такого комплекса я увидела результат, решила взять второй. То чувствую себя гораздо лучше. Благодаря таким набором свобода движения можно избежать таких без хирургического вмешательства, можно вылечить грыжи, межпозвоночные грыжи, протрузии, остеохондроз, ну и все то, что касается нашей костной ткани. Информации мало, посмотрите, пожалуйста, более подробную информацию в ссылке в описании. Я желаю вам не болеть, желаю вам крепкого здоровья. Если есть вопросы, спрашивайте. Всего хорошего. С вами была Людмила Бабич.